Вы не говорили о наших планах, месье Реми? Нет, ни слова. Кухня. Где он меня видел, пока не пришел сюда? От кого вы будете, спрашиваю? Я сам по себе, мадам. А это кто? Граф Дримон. Жених, мадам. Я передам ему привет от вас. Получилось, все идет отлично. А этот секретарь, что нам глаза мозолит, ваш племянник? Да, мадам. Вы доставите нам удовольствие, забрав его отсюда. Здесь все против меня. Плетут интриги, чтобы меня уволить. Вы бесподобны. Какая деликатность. Вы видели портрет? Нет, я не обратил внимания. Мерзавец. Что происходит? Она вас видела? Нет, вряд ли. Я говорю, видела. Пойдите прочь. Вы невыносимы. Я мечтаю лишь о том, чтобы поговорить с ней. Вы оказали ему медвежью услугу. Вы убили его и предали меня. Убирайтесь. Vostre dunque saran queste carte che per riporgi a me sono in trappola, sono in trappola. Ложное признание по пьесе Марево, режиссер Люк Банди. Dite un po' questo foglio.